За підсумками 2017-го, український ринок електронної комерції виріс на понад 30% і сягнув обороту у 50 мільярдів гривень. При цьому онлайн-торгівля щороку охоплює нові категорії товарів, а все більше як новачків, так і досвідчених підприємців прагнуть продавати в мережі. Про те, як побудувати успішний бізнес в інтернеті, розпитаємо засновника компанії Genius Marketing. Сьогодні у нашій студії Олесь Тимофеєв. Вітаю вас. Здравствуйте. Скажіть, чому підприємці так масово йдуть в онлайн сьогодні і що це означатиме для нас у майбутньому? Я думаю, в першу чергу, тому що там є спрос. Люди вже там давно, люди перейшли в інтернет быстрее, чем туда перешел бизнес. И сейчас мы только догоняем это. Страна продолжает интернетизироваться, то есть интернетизироваться, больше людей заходит в онлайн, в том числе даже там, ну, населенные пункты, категории людей постарше, они переходят, дедушка пользуется интернетом. Поэтому люди есть там, соответственно, им бы хотелось покупать там же. Mm-hmm. Бизнес только сейчас успевает вывести свои товары, ну, если не брать там, крупных игроков рынка, которые уже там давно. Поэтому это хороший знак для того бизнеса, который находится в офлайне или вот его нет в интернете, он есть только вот где-то локально. Это, конечно, страшно, потому что нужно меняться, нужно быстрее заходить в интернет, иначе можно чуть-чуть не успеть. Все больше предпринимателей начинают использовать онлайн-сервисы. Зростає конкуренция. Скажите, в сегодняшних условиях побудувати бизнес в интернете с нуля реально? Реально, абсолютно. Мы это видим каждый день. В нашей образовательной компании приходят сотни человек, которые это запускают постоянно. Вопрос в том, что тут ты как бы не... интернет-бизнес даже не какая-то виртуальная вещь. Ты продаешь там что-то, что уже нужно людям. У тебя, так же, как в обычном бизнесе, в офлайне, ты продаешь товары или услуги. Еду, одежду, фитнес-товары, там, химчистки какие-то, еще чего-то. Это же люди покупают в интернете, как они покупали вот в офлайн. То есть ты берешь этот же товар и продаешь его там же. И я знаю только, может быть, несколько ниш, где конкуренция реально очень сильно выражена. В остальных не то, чтобы нет сильных игроков, там, в принципе, их мало. Реальный пример. У нас есть футбольная команда в нашей компании, и парень, который играет там в футбол у нас, я его подвозил на машине, он говорит, запустил, я иногда что-то рекомендую, он говорит, запустил продающую страницу, перепродаю сейчас услуги эскалатора. И он зарабатывает 1000 гривен на каждой продаже, получается. Он говорит, я просто сделал на конструкторе самый примитивный сайт, 20 минут, закинул, и он лучше, чем то, что там было раньше, потому что там было практически ничего или очень плохое. И люди пошли, звонят, зарабатывают деньги. Поэтому зайти в интернет сегодня несложно, но так не будет еще очень долго. То есть это может быть год-два, а дальше будет сложнее, конечно же. Ну, вы уже сказали про то, что вы трохи навчаете интернет-маркетинг, да. Может, навіть и не трохи. Расскажите, что это за навчання, на кого оно разраховано? Наша компания работает с предпринимателями, которые уже существующие, и с начинающими в том числе. Это две разные категории образования. Для одних мы помогаем стартовать бизнес с нуля и вывести его в интернет, делать продажи. Вторые приходят обычно с запросом. Так, у меня уже что-то есть, как-то продается, есть какая-то, может быть, команда, сотрудники. Я хочу, чтобы продавалось больше. И, по сути, для них интернет или онлайн является ключевым ресурсом. Мы помогаем построить интернет-маркетинг, воронки разные, настроить рекламу. Мы объясняем, как это правильно сделать. По сути, они это делают сами. Дальше бизнес работает. Простыми словами, мы увеличиваем поток потенциальных клиентов в компании. У вас есть какие-то программы? Да, это курсы. Ну, одна из самых популярных называется «Синдикат». Этот продукт длится целый год, где к нам приходят предприниматели уже. И мы целый год работаем с их бизнесом. Не только мы также привлекли в этот продукт лучших на рынке экспертов в своих нишах. И мы их обучаем от вопросов внедрения SMM, e-mail-маркетинга, YouTube-продвижения, платной рекламы, даже до вопросов продаж, менеджмента, финансов. Но эти блоки уже введем не мы. Мы нашли людей, которые самые лучшие в этой нише у нас в Украине. Мы их привлекли, заплатили им деньги, и они на нашей платформе обучают непосредственно наших клиентов. Какие є результаты от у ваших учнів? Може, якась така середня температура по лікарні? Вот сейчас она очень сильно размылась. Если раньше к нам приходило много очень новичков, то сегодня приходят предприниматели с совершенно разными уровнями бизнеса. И их сложно оценивать. Может прийти человек, который бизнес уже делает, например, 200-300 тысяч долларов продаж каждый месяц. И ты не можешь оценивать результат с тем, кто делает 3 тысячи. Этот может вырасти на 20%, для него это будет колоссальный рывок. А тот, который 3, может вырасти в 2 раза. Но это будет микро по сравнению с этим. Но кейсы есть разные. Вот из недавнешних я смотрел. Ребята увеличили продажи мебели в 5 раз, используя интернет, внедряя все, что касается полного нормального онлайн-продвижения. Поэтому в любом бизнесе это работает, в любом.
А як до цієї програми долучитися? Там є якісь критерії відбору? Чи да, в синдикат ми відбираємо. Синдикат ми відбираємо, можна подати заявку. Далі звонить менеджер. Ми стараємося оцінити максимально, скільки чек підходить нам, і ми підходимо йому. І якщо все сходиться, то ми пропонуємо підключитися. Є, звісно, інші програми, які дешевле і проще, їх можна просто купити і пройти в удобне час для себе. Це продвіження там, в Фейсбуці, або продвіження в Інстаграмі, цих багато програм. А синдикат, вона конкретно вже більше по відбору, тому що ми працюємо цілий рік, в тому числі я там вовлікаюся в роботу з клієнтами. Нужно розуміти, з ким будемо все-таки цілий рік видіться. Тепер ще розкажіть, що конкретно можуть отримати новачки, які долучаються до цієї програми, а що досвідчені підприємці, які свій бізнес з офлайну переносять в інтернет? Я зрозумів, окей. Для починаючих, приходя в синдикат, там їм підходить самий перший модуль, точніше, самий перший пакет участі, самий простий. В самом начале мы помогаем определиться с нишей, выбрать нишу, проанализировать ее, разобраться, что запускать, где это будет происходить, что ты будешь именно продавать. После чего мы начинаем идти по базовым уже этапам. Это этап упаковки бизнеса для интернет-продвижения. То есть мы помогаем разобраться, как сделать правильный там, лендинг или сайт, как запускается реклама, как должен выглядеть товар, что такое дизайн нормальный, как в принципе его продавать. Второй блок будет идти команда, то есть кого можно будет брать уже себе и в первую очередь, чтобы эти люди помогали бизнесу постепенно развиваться. И дальше идет последовательная программа. Для предпринимателей уже с бизнеса, который приходит, продукт «Синдикат» помогает им на первом этапе определить уже точки проблемы в бизнесе. Например, у кого-то это может быть продаж нет, у кого-то нет трафика, у кого-то деньги приходят, но их не видно. Это финансовая проблема. Или команда, там, управленка. Он выбирает, что ему больше подходит, и программа подстраивается под него, давая ему нужный модуль. Но параллельно мы сопровождаем этих клиентов, то есть они приходят на онлайн или офлайн, мы так называем это разборы, где мы помогаем им разбирать их бизнес, текущие ситуации и даем понимание, куда нужно двигаться в ближайшую неделю. Вот примерно так. Який ваш прогноз, як розвиватиметься електронна комерція цього року в Україні і в майбутньому? Я думаю, вона буде тільки рости. Тільки рости. І в цьому году, і в следующем году. Ми туди заходимо не швидко, але заходимо. Если мы сравним даже нас там с западным миром, Европой или Америкой, там, наверное, каждая вторая покупка случается в интернете. Причем неважно, какая категория людей, сильно взрослые или сильно молодые, все покупают там. Даже те группы товаров, которые раньше никогда не покупали, там одежду, еду, еще чего-то, все покупают в интернете. Поэтому мы только к этому идем. У нас рынок еще недостаточно эволюционировал или образовался в направлении онлайн-продаж и онлайн-покупок. Но это меняется. И рост будет однозначно. Ну и на сам кінець знаю, что у вас відбувся великий саміт із залучення клієнтів, якщо не помиляюсь, лабораторія онлайн-бізнесу 2018. Расскажите, что это захід и про что цей захід? Да, это было просто невероятное событие. Мы собрали больше 4000 человек. Это предприниматели, которые приезжают с разных уголков Украины, не только Украины, на 3 дня для одной ключевой цели – разобраться с тем, куда им двигать свой бизнес в ближайшее время. За счет чего это происходит? Первое. Со сцены мы даем им тренды, инновации, куда двигаться, что внедрять. Это в маркетинге, это в продажах. То есть мы показываем, куда нужно, что сделать в своем бизнесе в ближайшее время, чтобы быть внеконкурентным. И на сцене выступали очень мощные спикеры, которые непосредственно делились практическим опытом, как это сделать. Параллельно там нетворкинг, общение. Ну, в общем, было очень интересно, была яркая вечеринка, всем понравилось, все довольны. Все уже хотят купить билет на следующий год, уже нас спрашивают, как это сделать. Но мне очень приятно понимать, что мы можем на 3 дня поменять какое-то вот в головах тысяч людей привычное представление о бизнесе и превратить Киев в столицу предпринимательства в стране, когда люди съезжают сюда для вот этого главного ивента. Хочется это сделать очень большим масштабным и национальным событием, чтобы реально к нам ехали тысячи человек из других стран, и мы могли гордиться тем, что мы создаем здесь такой крутой продукт. Дякую вам за розмову, бажаю вам успіхів у вашому бізнесі, у вашій справі. Я ж нагадаю про те, як побудувати бізнес в інтернеті, ми говорили із засновником компанії Genius Marketing Олесем Тимофєєвим. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся із першим діловим.